Шурик! Пропердурик! Он постоянно обижается на тебя и все только портит! Вероника, ну почему ты так плохо относишься к моему лучшему другу? Ну он зажатый, он стеснительный, ну я с тобой начал общаться, я меньше времени начал уделять ему, поэтому он такой злой ходит каждый день. Вот, ну ты просто не знаешь, какие проблемы у него сейчас в жизни, из-за чего он такой злой. Он как чертик в очках, злой постоянно, на всех ворчит. Да он ворчит на всех, потому что у него там с девушкой свои проблемы. Поэтому он и на меня злой, и на тебя злой, и на всех на этой планете злой. Поэтому он ходит и ворчит все время. Они поссорились? С девушкой? Нет, там еще хуже. Они даже еще не познакомились. Да. И девушка не знает то, что она может нравиться Шурику. В том-то и проблема. Хоть я и прикинь, я этой девушке в предыдущей серии прям в лицо намекнул то, что она нравится Шурику. Она тупая, не поняла вообще. Вот. Поэтому я не знаю. Поэтому Шурик такой и злой, да? Куда кровать поставить? О, здорово, кузнец, здорово. Так, спасибо, что помогаешь с переездом. Ну, давай вот туда, в угол кровать. Вот туда в угол поставь. Ага, молодец. Ну, чуть-чуть дальше в угол, не посередине же комнаты, господи. И помилуй. Вот, я тебе предлагаю втроем пойти прогуляться. Вы с ним познакомитесь, вы с ним начнете общаться. Шурик, вот такой мужик, вот такой крендель. А, как тебе идея? Я хочу общаться только с настоящими мужчинами. Вот ты. Проявил себя и спас мне жизнь. А Шурик даже не может со мной начать разговаривать. Ну, он стеснительный, у него с женщинами всегда небольшие терки. Он вот это запинается, когда начинает с женщиной вот это разговаривать. Куда этот шкаф сраный поставить? Ногу мне придавил! Давай вот сюда, кузнец, вот туда давай поставь. Ага, вот туда в угол, да господи, да не сюда. Ёперный ты бабай, говоришь кузнецу в одно место поставить, он совершенно в другое его ставит. В общем, пускай кузнец тут помогает, он мои шмотки перетаскивает, я его попросил, кузнец как бы хороший мужик. Я пойду тогда с Шуриком постараюсь поговорить, если Шурик мне вообще дверь дома откроет. Ты тогда здесь оставайся и говори кузнецу, куда шмотки здесь перетаскивать. Все, давай, Вероника. Давай, кузнец. Шурик, Вероника, господи, почему они так не ладят? Почему Вероника на меня-то запала? Да я все понимаю, я начинаю общаться с Вероникой, но как бы Шурик, ну он обижается просто ни на что. Ладно, сейчас я Шурику предложу, у меня есть план, как можно сделать так, чтобы он начал общаться с Вероникой. Надо сделать так, чтобы Шурик проявил себя, потому что она хочет увидеть то, что он настоящий мужик. Шурик! Открывай дверь, сейчас подойдем к Веронике, ты мне вмажешь по лицу и скажешь, что ж ты мужик. Вот тогда Вероника увидит то, что ты настоящий крендель, а не пацаненок какой-то. Шурик! Я тебя с Вероникой свести хочу! Так, а чё, Шурика дома нет? Шурик! Я тут за вещами своими пришел, которые ты мне не отдал! Шурика, походу, нет. Так, тогда план Б, который я придумал очень давно. Ты спишь? Жопа зеленая! Лягушка бородатая, ты спишь? Эй! Мужик, которого мама в детстве в зеленке искупала, ты спишь? Спит. А чё ты, собака, делаешь в моей комнате-то? Шурик, походу, мою комнату слайму сдал, и сейчас они вот это вместе живут. Ах ты, собака сутулая. Так, ладно. Пускай слайм спит, а я тогда заберу одну вещичку Шурика, которая мне понадобится. Но пока не буду говорить, для чего, узнаешь вот чуть позже. Так, что бы у него забрать? Нужна прям одна какая-то важная вещь Шурика. Nintendo Switch, приставочка. Опа, вот ее мы как раз таки и заберем. Все, так, сейчас надо валить отсюда, пока Шурик не вернулся домой. Да что ж-то так все вовремя в этой жизни?
кто забор сломал. Да забор старый, Шурик сам походу сломался. Ай, Шурик, пропердурик. Так, сейчас в город надо найти вот этот магазин зельеварения, использовать вот эту Nintendo приставку, которую я украл у Шурика. И этот план придумывал очень давно, прям настолько давно, еще с той серии, когда мы с Шуриком узнали про проклятые болота и про утопленников. И учитывая то, что как бы я читаю вот твои комментарии, комментарии всех остальных подписчиков, у вас иногда идеи лучше даже, чем у меня. Кто-то сказал, что я могу вернуться на это болото и убить вот этого короля утопленника, вот этого огромную дылду вот эту. Но я решил то, что будет лучше его не убивать. А что с ним сделать? Ну, чуть позже узнаешь. Здорово, мясник. Кузнец, ты уже тут? Ты что тут делаешь? Отпусти этих бедных животных, изверг! Ты с ума сошел? Ты что к коровам опять пристал, мясник? Он от тебя что-то хочет? Кузнец, отвали! Я коров продаю, я мясник! Вы тут из-за коров сретесь или... Это священные животные, их нельзя продавать! Собака, коров верни! Мясник, ты успокойся, с этим человеком бесполезно разговаривать. У него после предыдущей серии, когда он коровой стал, у него крыша поехала. Ну, и да, на самом деле, я совет тебе такой даю. Лучше свиней продавай, у кузнеца с коровами какие-то сложные отношения. Это просто тебе совет, вот, на будущее. Ненормальный кузнец. Здорово, ты новое село нашел? Получается. Молодец, только на башку мне не опусти, не хочу шишку огромную от сена. Молодец, мужик. Может, когда-то в этой жизни научишься каким-то другим заклинаниям вместо вот этого. Ну ладно. Так, а сейчас надо найти зельевара, который вот в этом магазине, если я не ошибаюсь, он мне поможет как раз таки сделать то зелье, которое мне пригодится в этой Кузнец. Слушай, мужик, ты мне помочь не хочешь, вот это случайно? У меня работенка к тебе есть, я могу тебе заплатить пару серебряных монет, а? Не видишь, я занят, детей воспитываю. Это коровы, твои дети дома с женой. У тебя вообще кукушка, да, походу двинулась? Слушай, если в городе есть психотерапевт, я тебе советую к нему обратиться. Какая нафиг... Какие дети? Это коровы, которые ты у мясника своровал! Неадекватыш! Успокойся, смотри, мне нужна твоя помощь. Я тебе заплачу бабки, ты пойдешь домой, покажешь бабки жене, жена обрадуется то, что у нее такой хороший муж, который зарабатывает бабки. Помоги мне просто в этой серии. Ну это совсем другое дело. За бабки я готов. Вот, отпусти коров тогда. Отпусти коров и пошли со мной. Нам нужно вот в это здание зайти. Все, давай, запенюхивайся туда внутрь. Давай, быстро. Да проходи ты уже. Так, здравствуйте. Мы тут у вас первый раз в этом магазине зелий. Мне зелье нужно одно. Я читал в книге то, что можно сделать оборотное зелье. Что типа превратиться в другого человека. Вот мне нужно превратиться в этой серии в своего лучшего друга. Вот, поэтому если бы вы могли мне помочь, я бы вам забашлял тоже баблосики. Пройдемте со мной. Кузнец, давай за дедом, за дедом. Это что, подъем у вас такой странный? Лестницу нормальную... не могли построить? Какую возьму? Почему у вас второй этаж больше, чем первый этаж? Короче, у меня есть друг. Низкий такой, ростом, немного пухля, жирненький такой. Шурик его зовут. Тоже в очках, ничего не видит, слепошарый. Вот, волосы коричневые вроде, и животик немного свисает. Вот, еще плоскостопие у него вроде, если я не ошибаюсь. Мне нужно превратиться в него. Вот. А есть его вещи для зелья? Да. Я вот как раз-таки в начале серии украл... одолжил у него вот Nintendo приставку. Вот. Ага. Ну давайте.
Так, все, кузнец, проследи, чтобы этот мужик все нормально сделал. Вроде что-то он начинает воргать. Так, мой план заключается в том, чтобы я стал Шуриком, притащил утопленника с проклятых болот в дом к Веронике, и я же в теле Шурика спас Веронику от этого утопленника. А? А? И вот тогда Вероника увидит то, что Шурик все же способен на подвиги, то, что Шурик все же тоже настоящий мужик. Так, чё, готово? Давай, давай. Опа. Оборотное зелье. Ага, прекрасно. Но есть один вопрос, а сколько действует это зелье? Ну, то есть я его выпью, и через сколько времени я превращусь обратно в себя? Ну, от 5 минут до 5 лет. То есть я могу через 5 минут превратиться обратно в себя, и могу через 5 лет, то есть я 5 лет Шуриком буду? Пример. Так, давайте тогда еще одно зелье сварим. Вот это, держите мою вещь, ну, чтобы я обратно собой же стал. Ну, держи. Вот моя старая палочка первая. Она сломанная, но мне кажется, подойдет. Вот ее давайте. Ага, все. Если этот план не сработает и не прокатит с Вероникой, тогда я не знаю, что прокатит. Если она после этого не начнет с Шуриком общаться, тогда все, я опускаю руки, больше Шурику не буду никогда помогать. Потому что, ну, Вероника слишком жопа вредная, можно так сказать. Не хочет якобы не с настоящими мужиками общаться. Ну что, готово зелье? Не готово? У нас времени мало. Давай, давай. Ага. Опа, оборотное зелье. Так, главное не перепутать. Это вроде Шурик, а это вроде я. Все, вот так. Все, сколько с меня бабок? 3 монеты за каждое зелье. Ага, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Держите, все, спасибо вам большое. Если еще мне понадобятся ваши услуги, я обязательно к вам вернусь. Пошли, кузнец! Давай, давай, за мной, быстро, быстро, быстро. Короче, кузнец, коров оставь в покое, а вот даже не приближайся к ним. Пошли. Смотри, что нам с тобой надо сделать. Мы прямо сейчас с тобой отправляемся на про... Подымай! Да не меня подымай, дебила, кусок! Со мной сено подымай, я на сене стою. Ничего у тебя не получается, фиговый из тебя какой-то маг. Пошли. Мясник, успокойся. Просто в следующий раз продавай свиней. А, кстати, там твои коровы, они вот там, дальше в городе. Вот этот кузнец с ними ничего не сделал. Короче, подойди сюда. Кузнец, ты знаешь, что вот там вот находится? Вот там. А? Там коровы! Ну тогда пошли! Да не коровы, там кузнец, там утопленники, там вот этот король утопленников огромный, такой с большим трезубцем ходит, вот этим... Стой ты, ненормальный, ядрик, колотить-то палочку хотя бы в руку возьми, там еще могут быть утопленники. Палочку в руку возьми, и сейчас мне нужна твоя помощь. А сейчас, кузнец, аккуратно, нам с тобой надо выманить короля утопленников, но только не бей его и только не убивай нам этого короля, так давай перепрыгивай, нам его надо заманить в дом к Веронике. Вот, я его буду заманивать, а тебе потом скажу, что нужно сделать. Он в прошлый раз вот оттуда откуда-то выплыл. А как же коровы? Какие коровы, дебил? Здесь утопленники, здесь нет коров, про какие коровы ты говоришь? Вот и они, кузнец, давай, помогай, я на себя левого беру, ты на себя правую вот эту бери, давай. Я ж говорю то, что здесь еще утопленники остались, те, которые мы завалили Шуриком в предыдущий раз, это не все утопленники. Молодец, и сейчас должен король вот этот выбрать, сейчас должен он, по крайней мере, в предыдущий раз было именно вот так. Ждем. Будь наготове бежать и... Пошли. Давай, кузнец, за мной! Сюда, надо его привлекать. Давай, вот сюда подошел. Кузнец, твоя задача, прямо сейчас беги в дом к Веронике, я заманю этого утопленника, беги в дом к Веронике и как-то вымани ее наружу, скажи, я не знаю, там в лесу корова рожает, скажи. Вот иди беги к Веронике и вытаскивай ее из дома. А я пока сейчас этого утопленника заманю к ней домой. Давай, миленький мой, за мной. Я твоих братков только что порешал, а ты, наверное, сейчас меня хочешь порешать. Ты смотри, я ни разу не видел, чтобы утопленники так далеко заходили в город. Если кузнец молодец, кузнец справился с моим поручением, и прямо сейчас Вероники нет дома, это значит... Сюда, давай.
Давай! Вероника! Я хочу от тебя детей! Вероники дома точно нет! Собака, ты что думала? Сейчас. Стой здесь и никуда не выходи! Опа. Так, Вероника нет, кузнец ее выманил наружу. Молодец, и я, и кузнец, и Вероника, и Шурик. Осталось выпить зелье. Так, сейчас осталось дождаться кузнеца, осталось дождаться Веронику. Вероника возвращается, забегает домой, там на нее нападает утопленник. Я забегаю домой и спасаю Веронику. Так, зелье подействовало или нет? Просто вылитый Шурик. Правда, мне вот этих очков не хватает. Я немножко выше, чем Шурик. А Шурик жирнее, чем я. Но ничего, Вероника разницы не заметит. Так, ждем кузнеца. А вот как раз-таки он и бежит. Чё там, кузнец? Всё нормально, нет? Корова родила! Вероника возвращается! Молодец, прячься! Да не в воду ты прячься, ненормальный! Так, Вероника бежит, Вероника заходит домой. Вечеринка начинается. Магическую палочку в руку и идем спать. Значит, план работает. Вероника, крошка моя, не кричи, Шурик, идет тебя спасать.